Прокурор Златоуста намерен взыскать 500 000 рублей с роддома и больницы за бездействие. Годовалая малышка стала инвалидом, потому что медики не заметили у нее серьезного заболевания. По данным надзорного ведомства, мама новорожденной девочки регулярно обращалась к врачам. Ее дочь беспокоили боли в животе. Педиатр поставил диагноз – дисбактериоз кишечника. Однако спустя время оказалось, что у малышки порог развития желудочно-кишечного тракта. В марте этого года ребенок получил инвалидность. Проведенная местным горздравом проверка показала, что причиной этому стало ненадлежащее обследование и поздняя диагностика заболевания. И сейчас прокурор Златоуста обратился в суд с заявлением о взыскании 500 000 рублей в пользу родителей маленькой пострадавшей. Но согласится ли с такой суммой суд, станет известно уже скоро.